Привет, сирокезы смотрящие. Видимо, не все знают или забыли. Где-то 29-го, не где-то, а точно 29 декабря 2011 года открылась Максима 2Х. И вот прошло почти 13 лет, получается. Ну, 13, да? 23 декабрь. 13 лет. 12 лет. И Максима 2Х... происходит в ней реконструкция. Ну, в смысле, не совсем уж реконструкция, а обновление интерьера. И видим, что, значит, за 12 лет, видимо, все-таки оно себя заслужило поменять. Вот вынесли все старые кассы, ну, ленты этим. Видимо, касса самообслуживания добавится. Хотя, вот, например, я вот, ярый противник против. За мои же деньги я должен сам что-то там обслуживать себя. Очень интересно, но непонятно. Поэтому запечатляем этот момент. Значит, вот через 12 лет работы Максима 2Х все еще радует нас своим присутствием. Редкая стабильность. Ну и, конечно, не можем мы отвлечься от дорожной темы, потому что, ну, это очень интересно. Вот там впереди, если заметили, от... Значит, высшей школы выехал автомобиль. И вот его разворот перед другими автомобилями с правой крайней повары полосы вот так вот на разворот. Ну, только в разок, наверное, так ездит. Ну, ничего страшного. Главное, что никого не поранил, не убил. И то хорошо. Ну, а так как видео пятничное, то... можно только лишь порадоваться тому, что такая осень. Я думал, сезон я уже закрыл, но вот видим, что сегодня сезон пришлось заново открыть, потому что косил я участок сегодня, представляете? И вот удивительно, что называется, но наросло достаточно. Поэтому у меня уже было представление, что все, больше я уже ничем там полезным для себя заниматься не буду. Ну вот пятница, пришлось покосить. Как будто лето, как будто бы, если бы еще температуру добавить, так и вообще бы жили, как не тужили. Ну, однако осень. Поэтому очередной раз можно только порадоваться за эти теплые деньки, которые дарит нам природа. Конечно, кто-то на селе живет, ему проще. Он не закрывает сезон, не открывает, он там живет. А вот мы как дачники, так нам... как это говорится, сам Бог велел переехать на зиму. Кстати, вопрос знатокам. В прошлом году, вот эта бочка стояла полная льда, и ее не порвало вообще. То есть все удивились, я удивился, она замерзла. Даже вот тут швы выдавила, видите, выдавила швы. Потому что, ну, сточные воды эти, дождевые, набрали бочку, а посмотрим, вот они, эти трубы торчали в воде, и воде деваться некуда было, и она начала тут замерзать, даванула, и вот даже швы развело, а бочку не порвало. В этом году я решил испытать народный метод, посмотрим, как он сработает. Есть такое поверье, что если брус опустить в бочку, и еще я привязал, видите, там, если видно, я думаю, видно, прям... привязал бочку. Типа лед будет давить не на стенки, не на дно, а на эту бочку, и по брусу будет, брус должен стоять под наклоном, и по брусу лед поползет вверх. Вот проверим, если в этом году будут морозы, ну по весне сделаем обзор или рваной бочки, или второй вариант, бочка целая будет. А скорее всего она будет целая, потому что она пластиковая, она немножко сама по себе играет. Ну а кирпичи это для того, чтобы не всплывало это, там же бундель с воздухом. Ну и давайте прогуляемся тут. Вот такая красивая осень. Листьев много. Вообще, конечно, сезон в этом году, ну, просто классный. Лето жаркое. Я уж не знаю, там кому-то засуха, не засуха. Мне было пофиг, потому что лето должно быть летним. Ну и тут вот. We'll be right back.
золотая, желтая осень. Смотрите, какая береза. И вон самолет вверху, прямо над нами. Офигеть, прямо над нами самолет. Вот такая красота, Плечник на горе. Кто-то тут даже прибирался, смотрите. Плечник на горе, порядок навели. Ого, удивительно. Да. Тишина полная. Красота. Тишина, красота.